Есть такое слово, называется масштабирование канала. Это у вас сотый шаг, и я понимаю, что многие не понимают, что такое масштабировать канал. Что такое слово масштабирование? Вот давайте мы проговорим сейчас и покажем, что такое масштабируемость. Как это масштабируется на примере школы видеоблогеров, чтобы вам было понятно, чтобы вам было четко. Это аксиома не моя, это аксиома Морениса, но она к нам очень и очень хорошо подходит. Чем выше потенциал масштабируемости, чем меньше охват вам нужен на старте. Еще раз, это особенно важно для риэлтора из Зеленограда, вот то, что я говорил там, да, и для всех, кто в клубе, вам надо понимать, это сотый урок. Я сейчас объясняю, сотый шаг. Я сейчас объясняю, что вас ждет, как я буду и как я со своей командой масштабирую школу, как я масштабирую канал школы видеоблогеров. На примере покажу сейчас, расскажу по пальчикам все. Итак, чем выше потенциал масштабируемости, тем меньше охват на старте. А теперь смотрите, какой у меня потенциал масштабируемости школы видеоблогеров. Мы называем ее ШВБ, ну, школа видеоблогеров. Так она у нас идет в документах. Школа видеоблогеров — это по большому счету все про все. И вот мы начали делать ее. Там уже 2200 уроков. Бесплатных, они там есть. Но мы начинаем масштабироваться. Мы отводим сюда и делаем клуб. 100 по 100. Где мы прокачиваем авторов, правильно? То есть мы вас там прокачиваем как авторов. Если здесь мы в школе прокачиваем, ну как канал прокачать там, да, как теги подобрать, как то, как это, как оборудование вырыть, то здесь мы автора прокачиваем. Но потом мы переходим сюда и начинаем делать кулинар. То есть мы сейчас делаем канал, как сделать кулинарный канал. Туризм. Мы сейчас делаем еще один канал, как сделать канал о туризме. Рукоделие. И мы сейчас делаем канал, как сделать канал о рукоделии, о образовании. Канал. То есть мы сейчас делаем канал, как сделать школу. То есть мы делаем школу о школе, да? То есть мы сейчас делаем канал, как мы делали нашу школу видеоблогер. А теперь смотрите. Туризм. Я делаю с командой канал 100 вопросов о Бали. Бали. Понятно, да? То есть это про клуб. То есть мы здесь тестируем нашу карту 100 по 100, вот наши шаги, да? И дальше вот эта история, она масштабируется. Понимаете? Дальше мы делаем канал, как сделать канал для интернет-магазина. Причем это не миф, и это не хотелки, это реальность. Эти каналы уже есть. Образовательный канал. Мы делаем канал про эти, как его, умные карты. Умные карты. А я сейчас вам объясню, почему, ну, то есть, к чему я это все веду, да? То есть, образовательный канал, умные карты, туризм, там, 100 вопросов Бали, рукоделие, там, тут, ну, условно, там, делаем. Дальше, здесь салон красоты, и здесь уже пример канала. А теперь, что такое масштабируемость? Вот я вам нарисовал схему, чтобы вам было понятно. Что такое масштабируемость? Мы пришли с маленьким каналом.
Чем выше потенциал масштабируемости, чем меньше охват на старте. То есть мы пришли, и у нас вот такой вот маленький охват был. А теперь я точно знаю, что у меня в школе есть 20% зрителей, я статистику вижу, аналитику, которым нужны кулинарные каналы. И я именно для них делаю этот канал. У меня есть 15-17% зрителей про рукоделие. И я делаю именно для них еще один канал. У меня есть про туризм 11 для них. У меня есть образовательный 17 для них. У меня есть условно детские там каналы тоже для них. У меня есть интернет-магазины, бизнесмены. Вот я при вас сейчас реально масштабирую школу видеоблогеров. Вот это называется охват. А клуб 100 по 100 это инструкция, как при помощи вот этой вот школы видеоблогеров делать вот эти вот ролики и каналы. В чем вся история? Что если мы сейчас вот сюда разместим 100 роликов о том, как сделать канал о туризме, то тут многим не будет интересно, потому что рукодельницам не будет интересно видеть туризм, туристам не будет видно и интересно смотреть там детские каналы там, да? И мы разбиваем, но это фундамент. Вот здесь у нас, вот я люблю все время вам показывать свои карты, вернее Федины карты, да? Вот это вот это. Это куча запчастей, деталек Лего, вот здесь. Вот это инструкция, как их собирать. А вот это каналы. Рукоделие, образование, там, туризм, кулинария, там, салон красоты, интернет-магазин, понимаете? Все, друзья мои, работают только простые решения, больше ничего. Вот это масштабируется так. Вот так это работает на масштаб. Звоните, пишите, приходите. Мы всегда рады новым друзьям.